самом деле самое главное, что это мероприятие уже имеется, что оно есть, что оно будет, что оно состоялось. Это потому что у нас в России специализированных чемпионатов именно по мини-сумо, насколько я знаю, еще не проводилось. Правила самые простые. Два робота ставятся на ринг, и между ними происходит борьба. В общем-то, один робот выталкивает другого. После этого тот, кто вытолкнул, выигрывает. Робот для мини-сумо должен иметь размер по ширине и по длине не более 10 сантиметров в момент старта. По высоте не ограничено. Вес не более 500 грамм, и не создавать каких-то помех роботу противника. Это, ну, весьма интересно, и это позволяет делать что-то практически, то есть своими руками. Ну, примерно за 2 месяца можно собрать хорошего робота.